Сейчас беру геймпад. Так. Насколько я знаю, с геймпадом труднее лутаться, но проще стрелять. То есть баланс такой. Медленно лут собирается. Пам-пам. С геймпадом. Ну. Хотя если некоторые челики, они красиво лутаются мышкой, а играют на геймпаде. Да, можно. Но это для меня, мне кажется, тяжеловато будет. Лутаться мышкой и на геймпаде еще нет. Это будет тяжеловато. Ну ладно, я начну с мышки, типа, и потом посмотрю. Можно первую катку на мышке, потому что я все-таки в контру играю. Вот, весьма неплохо. И... А какой у тебя ранг в контре? Слушай, у меня первый фейсит, но... Я... Это не показатель. Ладно, посмотрим. Так, у меня сейчас какая-то заставка идет игровая. Я сделаю, чтобы у меня захват игры был. Так, Алису я пока выключу. Так, девчонки, скажите, мне что-то надо перед тем, как мы начнем играть, что-то сделать? А подожди, один из десяти, там десятый максимальный? Да, первый, да. А, типа... Я просто давно на фейс не играла. Вот, не, я первый. Я же думала, что первый это лучше. Понятно. Ладно, у меня был пятый. Блин, не прокатило, ладно. Я думал, первый, вау, нифига себе, ты нормально рубишь. Я забыла, реально, как считаю. Но чат тут сказал, спасибо. Так, сейчас, у меня какая-то заставка идет, я так понимаю. А, и тут же нету обучения, да, в игре? Ну, оно не нужно мне, наверное. По первому заходе, ну, если ты вообще первый раз сам заходишь. Вообще первый раз. Ну, там идет обучение, да, небольшое. Его можно скипнуть? Нет. Ну, оно прям небольшое, да? А, там учат там, подбирать оружие. Там... Гранаты бросать. Да, гранаты бросать. Нет, не, ну это-то я, в принципе, ловко довольно делаю. Ладно, сейчас посмотрим. Заодно так. Посмотришь, как с геймпада удобно. А тут есть какой-то ранги, ранги между игроками? Да, но там... Ну, тут есть рейтинговые игры, есть арены, есть рейтинговые арены, есть обычные... Мы будем в обычную играть? Да, ну мы не сможем в рейтинг пойти, потому что для рейтинга там нужен, по-моему, 30-й левел аккаунта. Понял. Так, и вопрос такой тут со стрим-снайперами. Как дела обстоят обычно? О, можно в настройках включить Anonymous мод. Короче, сейчас. Там стример мод и Anonymous мод есть. Ну, в принципе, мне кажется... Они ники скрывают все. Когда ты играешь. Да ладно, я думаю, что, может, не будет жестко стрим снайпить. Диман, бери Pathfinder. А, кстати, девчонки, кого лучше взять из персов? Ну, кто понравится. Ну, вообще, типа... Есть какой-то имбалансный, который вообще никто не контрит? Обычно играют на рифе, Pathfinder, Octanea. Сейчас вот вышла Аша. Новый герой тоже очень силен. Аша, да? Ну я попробую тогда за нее. Слушай, и перки здесь есть, да, у персов? Здесь скиллы. Ну, скиллы, а их надо прокачивать? Каждого... Нет, они изначально доступны. У тебя, ну... То есть у тебя есть ультимативная способность, которая, ну, с нулевой секунды недоступна, но она подкатывается. Скажете, там, допустим, 2 минуты там... Угу. Можешь использовать ульту. Я попробую тогда на течисе сыграть. Есть скиллы, которые, ну, которых маленький кулдаун, то есть ушка. Ну я, короче, постоянно их буду нажимать и все, да? Я их просто буду нажимать и все, и они восстанавливаются. Они все скиллы, да, они бесконечные. У них просто кулдауны. Чат, кулдаун это по-английски обнуление. Кулдаун — это... Ну, или... Что это? Это откат. Откат, сори. Ну, вы поняли, что я имел в виду. Да. Так, все, Апекс, удерживайте спейс, чтобы пропустить. Удерживаю спейс. Посмотрим. Первый раз захожу в игру. Но на самом деле, я не знаю, она очень популярна за рубежом. У тебя будет закрыта Аша, блин, бери Рейфу. Хорошо, сейчас попробуем. Блин, Базука вообще во все игры, так, мне кажется, играет. У тебя герои сразу доступны, тут их нужно открывать. Так, слушай, уже доступно у меня кто-то в течение... Там доступно, по-моему... Вот Эш, да? Базовые герои, да, все доступны. Уже доступно, ну ладно. Так,
Окей, смотрите, нам нужно добавиться теперь, да, в друзьяку? Ну, нам, точнее, да. Мне что-то я говорю множество. Ну, я близнец просто. Вот, так. Как мне вас добавить? Справа снизу там три человечка нарисованы. И снизу там, знаете, друга. Friend. Так, friends вижу. Давай я тебе сейчас никнейм свой тогда в Дискорде. И я его здесь могу вписать где-то, найти друзей, да? Да, да. Давай. Чат, хватит, пожалуйста. Я сейчас тебя добавлю, друзья, я добавлю, друзья. Ника, ты тоже только Apex стримишь или в какие-то другие игры играешь? Я вообще в основном Apex, но иногда я в другие игры. Типа сейчас в последнее время только Apex. Что-что? Нельзя Дмитрию Ликсу отправлять сообщение. А можно, я добавил тебя в друзья, сейчас попробуй. Так, давай. Я вас всех добавил, девчонки, теперь мы друзья. Ты отправила, это с буквы, ох, май вуду, получается. Так, ты меня добавила, все, и теперь ты можешь мне написать, вот, вижу. Вот, вижу. О, я тебя помахал. Да. Мне тоже кинь. Сейчас и тебе тоже помахаю, секунду. Так. Так, я отправил, правильно? Не пришло пока что. Мне так, пришло. Все, а напиши мне свой ник, или у тебя такой же, как в Дискорде? Такой же, как в Дискорде. Супергрузик. Супергрузик. Кузлик. Грузик. Так, о, тут несколько. Фури Китон есть и Фури Кит. Вот Фури Кит, да? Все, я тебя отправил. Ну, всем верно, да. Угу. Найс. Ох, май вуду. Так, и теперь друзей в Apex пригласить могу, да? Пам? Да. Пам, все. Угу. А здесь сквадов нету, только три, да? А, ты должен сначала обучение пройти. А, это как? Ты прошел обучение? Нет, ну, а где оно тут? А, ну обучение. Вот. Его прям 100% надо пройти. Команда да, его нельзя да. пропустить. Сори, да. выхожу из команды сейчас-то, да. А, требуется пройти обучение. Готовность. Mm-hmm. Ну, поехали. Заодно заюзаю баночку, потому что там есть как раз-таки промокоды, которые нужно вводить на сайт. Я вам добро покажу, ребят. Добро пожаловать в Apex Legends. Я Bloodhunter. Можете звать меня Bloodhound. Начнем с передвижения. Выполни все задачи из списка. Поехали. Говорят, это очень быстрая игра. Ой, слушай, я уже прошел, по-моему. А, еще присядь. Скольжение вниз помогает набрать как скользить? Ну, бежать на шифте, на спринте и зажать. А, и Ctrl, да? Ну это как... Все, я понял. О, слушай. В начале матча ты будешь без оружия. Найди его как можно скорее. Тут еще лазить можно. Я видел, как Ник Мерк с топориком лазил каким-то. Ну, да, типа... Ты можешь на любую стену залезть. Ну, тут паркур есть. Даже вот на скалу, да, могу? Да, на что угодно. Так, здесь найти очень оружие. Хорошо паркур работает. Так, тут вот очень много механик таких скрытых, которые не очевидны. Типа, например, прыжков по зипке. То есть тут канаты есть, по ним можно ездить. Так. А можно прыгать. Это ящики, да, здесь это... оружие, типа. Так, все, собираю. Уже граната. Или, а. Это хил, да, или это грена? А, это напалм, ё-моё. Слушай, неплохо. Он же тупит. Да я ничего не туплю, ребят. Четвертая аптечку. А, тут еще какое-то время на аптечку нужно, да? Вот четверка. Так. Да, здесь большие банки, маленькие банки, они в разное время применения имеют. Типа большие дольше используются, но они полностью всю броню восстанавливают, которая у тебя есть. А, жешку удерживать, это все, выбрать что-то, окей. А какое оружие самое балансное? В основном все бегают сейчас, ну, либо с карабином, либо с флатлайном. Короче, автоматы. Ну, слушай, по ему, кстати, неплохо. Ну, еще, ну, и на втором слоте обычно носят какой-нибудь шотган, типа, турбик. По-любому, абсолютно. Это основная мета. А, подобрать второе оружие, ну. Я, например, бегаю часто с Фингманом.
Это... Это кто? Типа, ну, это револьвер, типа, местный, и... А снайпера здесь есть? А, здесь есть снайперки. Вот я с снайперкой, наверное, буду вам помогать, потому что я в контре снайпер. Они здесь, не очень, на самом деле. Ну, как, здесь есть, короче, одна снайперка, чарджрайфл, она хитскан. Знаешь, что такое хитскан? Хитскан? Нет, что это? Ну, и, короче, здесь в игре есть баллистика, у нее баллистики нет, это просто лазером стреляет. А, ты просто стреляет и все, да? Да. Отлично. Так, поменять расположение. А что за расположение поменять? Оружие, может быть, поменять расположение или тебе самому переместить? Поменять боеприпасы. Точка должна быть. Точку не показывает, мне ничего не показывает. На карте нигде ничего нет. Вокруг. У тебя игра по-русски? Да, да, да. Так, я что-то взял. Пометить расположение. А, пометить. Давайте посмотрим, что... Пометить оружие. А, все. Считай, я ничего не говорила. Пойдемте сюда. Сейчас помечу оружие. Пометил здесь боеприпасы. Пойдемте сюда. Так. Тут есть боеприпасы для снайперской. И что еще? Пометить оружие. Тут есть страж. Использовать меню меток. А как использовать меню меток, девчонки? А, зажми колесико. Наблюдая за этим местом. А, тут. А, нифига здесь как сделано. Интересно. Тут в метках только запутаться можно, нет? Иди туда. Блин, прикольно. Так, дальше что? Поговори с Пафайдером. Так, где Пафайдер? Где он? А тут есть мини-карта? А, вот вижу. Где Пафайдер? Я что-то не могу понять. А, вон он. Ничего себе, он далековато. Да, он далековато. Ушел. Во. А его можно убить? Слава богу, нет. Здорово. Я Pathfinder. Я с нетерпением жду встречи с тобой в кольце, но для начала позволь поделиться кое-какими полезными советами. Ну давай, удиви. Отряду, это очень важно и очень весело. Сегодня твой союзник — кооперативная упрощенная конструкция линейной активности. Можешь звать ее просто кукла. В бою тебя могут ранить так сильно, так, что ты начнешь истекать кровью. Так. Такое состояние называют нокаутом. Но не волнуйся, тебя еще могут спасти союзники. Попробуй может, возродить куклу. Подойди к ней и нажми кнопку. Ну, это очевидно, это несложно. Отлично. Уверен, кукла тебе благодарна. Готово. Надо запомнить вот что. У каждого из нас есть свое тактическое умение. У тебя, Lifeline, есть лечащий дрон, который восстанавливает здоровье всем, кто окажется рядом. Подлечи своего союзника. А, это перк, да, у него вот этот дрон летающий здесь? Или он у всех есть? Нет, тут, ну, Lifeline, дрон, это скилл я. Это скилл, да? Я понял. Да. То есть это типа суппорта, да, я отыгрываю? На... Да. На Q, ну, на Q у всех персонажей, на Q это их собственный скилл. У каждого персонажа свой скилл на Q. На Z это ультимейт. Так, ну сейчас посмотрим, что вот это такое. Типа, Lifeline, она вызывает припасы, короче. Так, маяк возрождения. А, еще у всех героев есть, помимо активной способности, пассивные. То есть, Lifeline, например, она может, ну, здесь, чтобы поднять нокнутого союзника, нужно зажать кнопку, ну, и как бы идет анимация поднятия. А Lifeline, она просто нажимает кнопку, и союзник сам поднимается, например. Так, ну, сейчас проверим. Так, а что мне теперь сделать надо? У меня все, мне... Рад снова тебя видеть. Ну, практически уже. Остался самый интересный этап обучения. У всех нас есть очень полезное спецумение. Так. Его можно пустить в ход, как только оно будет готово. О, спецумение, наконец-то. В качестве спецумения Lifeline может вызывать припасы, которые могут спасти жизнь ее союзникам. От больших аптечек до брони высшей категории. Так. И что, они сюда должны упасть, да? Вот летит. А какой самый имбалансный перк вообще в игре? А здесь, в принципе, все сбалансировано. Понял. Нет таких вот прям. О, мне какой эво-щит. Вот и все. Ставлю тебе высший балл. Высший балл, спасибо. Чувствую себя как на ЕГЭ. Выбери того, кто тебе понравится. Я, например, могу бросать свой крюк, забираться по тросам и быстро двигаться. Где твой сын? У меня нет сына. Увидимся в кольце. Так. Пока-пока. О, еще что-то собрал, какие-то штучки. Халяву залутал, ладно. Окончание тренировки. Все, я прошел.
О, отлично. Найс. Михаил, если ты нас смотришь, ты, если что, в телегу пиши какие-то моменты, чтобы... Вот. Вроде нормально. Ну что, я волнуюсь перед первой каткой, честно скажу. Я так волнуюсь. Я не так хороша, как вы, возможно, думаете. И очень боюсь, как бы, не обосраться, поэтому я буду стараться, я буду стараться. А, поверь мне, у меня на стриме невозможно обосраться. Да? Да. Чат здесь такое уже видел, что я думаю, вряд ли ты удивишь. Так, все, мы собираем, да, пати? Ну все, я уже подкинул инвайт, да. Я в пати, да. Ох, мою Вуду отправил. Серьезно. Какой же ты мерзкий, Вань. Согласен. Так. Все, поехали. Что делать надо? Готовность нажать? Угу. Так, а давайте я сделаю вас лордом этим... Ты без разницы. Да? Ты без разницы. Просто, да. Может, у меня рейтинг какой-нибудь выбранный, я не знаю, или что-нибудь неправильно, нет? Подождите, у нас кроссплатформа. У вас тоже кто-то играет на геймпаде? А, это... Ну, здесь все вместе играют. Вместе. Тут, да, нельзя отключать. Нажми на Fury Kit, это что такое? А, в смысле, на ник, а зачем? О, кого выбирать? Lifeline есть, Pathfinder, Rave, Bangalore, Gibraltar. Pathfinder, да? Давайте, беру Pathfinder. Кается. А чем прикольный Pathfinder? У него есть зипка, он хукается, может с канизоном. Хукается, это он прыгает туда, да? Ну, ты... Ну, сейчас увидишь. Короче, можно, если что, хукаться прямо об землю. Только главное по таймингу нажать правильно прыжок. Ну, тайминг — это мое второе имя. А сразу рекомендую забиндить прыжок на колесико мышки. Это в настройках? Да. Потому что здесь есть банихоп, как в КС-ке. О, ну банихоп, это поехали. Ой, сейчас я покинул отряд, сейчас. Все, извиняюсь. Не-не-не, все, я вернулся. А еще здесь нет урона от падения, да, кстати. Думаете, вы круче всех? Так, и куда мы летим, девчонки? Ну, посмотрим. На край пока что, да, бегаем чисто с тобой. Так, я за вами тогда лечу. А, но следуйте за Fury Kit. Все, я за тобой лечу. Разум подобен клинку. Мой отточен. Ну, посмотрим. А вы играли с зарубежными стримерами хоть раз, не помню, спрашивал, нет? Я вообще редко с кем-то играю. Соло в основном? Да. Так, там уже киллы идут, а мы все еще летим, это нормально? Да. Карта большая, просто кто-то уже приземлился. Обычно много кто в мясо летит. А мы сейчас прям вообще, да, на сейфоне. Хорошо. Так. Просто хочу, чтобы ты подольше побегал, привыкал к игре. Я банихоп сейчас пытаюсь делать. Банихоп... Влево-вправо, да, нужно делать? Не бойся, у тебя есть я. О, поехали. Ну, просто вперед зажимаешь, хочешь колесико. А у меня еще не забинжил на колесико. Возможно, лучше следующей каткой забинжу, чтобы сейчас не ковыряться. Давайте пушку найдем и будем ломать. Ну я же специально везу нас на крокарты, чтобы это... Нужно присесть и банихопить, а. Да. Это шифтом, да? Да, ну ты всегда шифт используй. А он не устает здесь, типа? Ну, бесконечная стамина. Опа. Я нашел нормальную пушку. Все. Так, а патрон... Где патроны найти? О, нашел. Это пулемет? Уф. Здесь патроны разных типов. Нет, 36. Ну, разные пушки имеют разный тип патронов. Я попробую вот этим пострелять оружием. Это точное такое оружие. Я, наверное, возьму его. Это патроны, лайтовые патроны. Спасибо. Так, патроны. О, взял патронов. Броня еще здесь есть. Патроны набираю побольше сразу. И пистолет тоже можно взять, да? А, нет, пистолет один только. Из пистолетов только Вингман.
Такие пистолеты, они такие не очень. Здесь аккумулятор щита. Большая банка. Так, все. Поблагодарить. Я спасибо сказал только что. Так, это что такое? Мобильный маяк нужен? Нет? Возьмите лучше его, я не шарю за него. Чтобы резнуть твоих тиммейтов, когда они умерли, вернуть их в игру. Тепловой щит взял. Короче, все взял, что нужно. Че, может, пофайтимся с кем-нибудь? Давай, давай. Так, у меня Ку, это быстрый скилл, да? Сейчас проверю его. У тебя ты, да. Можешь резнуть его, посмотреть. Как он работает. Пока плохо работает. Ну, короткий вариант, тебя притягивают. Ну, ты стреляешь как он, и притягиваешься. Здесь динозавр летит. Забрал. Нет, не забрал. Выбил у него что-то, слышите? Да, да, посмотри, вот, что там. Короче, здесь есть собаки, есть пауки, есть летающие вот эти вот, как их, птеродактили. Миротворец, девчонки, брать? Миротворец, это в описке. Да, ну, возьми. Типа на второй слот. Говорю, типа, тут, ну, обычно все бегают с... Возьми на них еще. Второго уровня. Сзади лежит. На 9-9. Он будет быстрее снимать. Ой, кольцо сужается. Кольцо да, уже движется по карте. Все, идем. Пока не сузилось. Да, тут, у нас тут оно недалеко. Нам себе спешить некуда. Что ты, Дима, хихикаешь? А, я на чатом. Не обращайте внимания. Вот, ты можешь еще кидать крюк вперед и подтягиваться и лететь типа быстрее. Ну да, но только он, кстати, довольно не на большое расстояние работает. Я думаю, он длиннее. Там есть механика подпрыгнуть. А, ты... Короче, ты тянешься в сторону, куда ты смотришь. То есть ты кидаешь в одну сторону, потом так вот, знаешь, медленно поворачиваешься, тебя вперед кидают. Сейчас, еще раз. Можно объяснить. Так, оп. 10 секунд восстановления. А почему был? Я столько раз его заюзал? А, все, я понял, после удачного юза оно. Все понятно. Так, чат. Там, дальше, чем дальше ты летишь, тем больше, у тебя кулдаун на нем. Понял. А Z вот у меня есть какой-то Z. Это что за перк Z? Это, ну, ты кидаешь, короче, канат. Ну, нажми сюда вот его просто. А это что такое? Это пушка, которая тебя вперед запускает. Понял. Поймаете меня, лечу к вам, ловите. Оп. Блин, прикольно. Так, бежим. Чё, кринж? Кринжа нет. Ой! На меня твари напали. У них, кстати, падают ресурсы. Да. Нормально. Тут лесы всякие на пушке. Похилься сразу. Ничего я не слился. Я говорю, похилься сразу. А, нет, я не вам. Это у меня челы пишут, слился сразу. Не-не. Так, сейчас. А похилится четверочка. Смотри, у тебя золотой армор, поэтому маленькая банка сразу два деления армора тебя хилит. И также и с маленькой аптечкой. Ой, извиняюсь. А у меня не хилит, а вот хилит. Перезаряжающий ты. Все, найс, перезарядил. Там, чтобы быстро выбрать что-то, четверочку зажми и переключай. Если не пробовал еще. Ты знаешь, что у меня получилось сейчас сразу 5 патронами чел стрельнул. Что может быть? Что может быть? Хочется челов увидеть. Хочется уже разместить кого-то. Я могу... Короче, у меня герой... На карте отображает, где были драки. Короче, чужие тела, трупы. Вот здесь вот. А, я не могу пометить почему-то. И знаете, что еще? Да, вот еще раз про Z. Скажи мне, пожалуйста, мой перк Z. Что он делает? Когда его юзать? Большой канат. Вот такую зипку кидает он. Он прям далеко ее кинет, да? Да, ну вот как вот эта зипка, только ты можешь ее поставить. Да, вот хочешь. А он быстро кадешится? Да, довольно быстро. Прилетели. Давайте улетим на пушке. Так, убьем их.
Гоу. Так ты хотел же подраться. Да, ого! Я ногу. Ты меня как поставила сразу на крышу? Блин, я далеко от вас. Работаем. Я, да. Ника всех убьет. Ну, эскибан. Последний тоже не твой. Я вспомню. Заходим. Хорошо. Он я здесь? Не понимаю, поскольку... Я не понимаю, где он где-то сидит. Где-то тут бегает. А вот он сел. На хп здесь. Все, забрали его? Давай, Дима, давай, все. Давай, добей его. Все. А у них селфрес кто-то, или что? На. Да, да. Все, изи. Забрали. Что ноль помощи? Я пока не понял, у меня оружие... У меня оружие слабовато оказалось. Вот это помощнее будет, повеселее. То есть, когда тебя нокают, у тебя щит, ну, ты можешь щит держать. Здесь щит, ну, тут у всего, короче, в игре есть грейд, да? Карабин беру, испытание огнём. Вот самый лучший, это голдовый грейд. О, у него, слышишь, именное оружие какое-то. Карабин, испытание огнём, еще брюлик висит какой-то. Скинчиков здесь очень много. За что много? Скинчиков здесь очень много в игре. Ну, да. Я представляю. У тебя, кстати, у вас покупные скины какие-то прикольные? Да. Ну, тут, в принципе, если ты качаешь Battle Pass, то за ну, разные уровни выдают. Ну, некоторые скины, они только с донат. У меня типа скин только с донат. Девчонки, у меня чат и инсту спрашивают, если это самое... Вы не против? Да, ну, у меня под стримом, если там я особо ничего не выкладываю. Когда она дерутся. Не, ну я к тому, что вы не против, я думаю, они уже нашли вашу инсту, у меня есть такое ощущение. Ага, вижу кента. Работаем. Сзади нас кто-то есть, по-моему. Что это было? Не вижу здесь, по-моему, как-то. Не вижу. Да, они внутри здесь. Тихо. Замансил. Что происходит? Нормально. А где? Кто у тебя? Меня чел какой-то стрелял. А где? А, вот, перед ним. Да. Я челов здесь не вижу вообще. А, нет. Меня тварь какая-то кусает. Что это такое было? Это я пинканулась просто. А, извини. Я не знал. Я тварь, которая кусает. Нет, я просто думал, мне напал кто-то. О, чел! Он фраг. Он здесь. Он на крышу пытается ползти. Где он? Все, он сдох. Вот он лежит. Все? Он, короче, залез на ящик и пытался отсюда на крышу запрыгнуть, но, короче, не, упал. Не, ну против нас такое не работает, согласны? Конечно. Нормально я размонтил там. Так, это что, неистовство? Я не знаю еще, какие пушки брать здесь. Типа, какие хорошие, какие нет. Вот это меня смущает. Смотри, например, вот это хорошая пушка. Ну вот у меня, знаешь, какая? У меня зажигательное... А, неистовство какое-то. Не знаю, что это. У меня на английском игра. А, скини, скини. Это подожди, покажи. Ребят, как неистовство по-английски, чат? Неистовство, как по-английски? Я понимаю, пойдет нормально, пушка. А, это рампейдж у него, что? Рампейдж. Так, все. А здесь все пушки, в принципе, нормальные, кроме пистолетов. Ну, вот этих начальных. Типа вот это вот. Да, это лучше кулаком бить, чем... Так, я так понимаю, что мы можем и выиграть, да, уже у нас все нормально. А, уже топ-3, кстати. Вот, там троп, кстати, падает. Пока кентов не вижу. О, я кого-то спалила? А где они? Они здесь, короче, сидят. Да, ну да, короче. Дроп заберем? А вон, да, пошли дроп заберем. Пойдем, Дим, дроп заберем. Челы бегут, вон метку дал, вот там, за камнем. Я дроп забираю. Я тут... Я на инфу сыграл. Я еще раз, может, в белом бежит. Кстати. Уже внизу. А, вон бежит. Одна хп каус. Он падает. Что, нокаутировал? Сюда! Пошел киберспорт. Тут еще челы могут быть где-то. Где-то в этом нет, ну, его... Они, я не знаю, он оттуда побежал, да, раза? Не вижу. Да, не вижу. О, не вижу. Сейчас.
Знаете что, я возьму просто сейчас телепортируюсь к ним в лицо. А давай-ка, неплохо звучит, кстати. Я тоже он сейчас. Он стоит, да. Он спалил меня, по-моему. Ну как, Наталья? Он летает, нос. Да, ты... Хорош. Ну а Имочки сработал сейчас. Пойду его залутаю. А куда он упал? Как узнать, куда он упал? Карты нету. Слева карта, сверху. А, я только сейчас видел. А куда он упал? А эти самые... На трупы только я вижу. На карте. А можешь сказать, где труп? Вот. Хотелось бы залутать кентик. Угу. Так, что у него? Вольт нормальная фигня? Не стоит? Ну, хотя нормально, я... Нормально, слушай, ну вообще я с этой пушки нормально. Двоих уже убил, которые у меня сейчас. Так, кто-то стреляет? А, сверху. Да. Воу, 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 воу! Это другой склад последний пришел. Так, тише, 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 тише. Давайте уйдем в дома, давайте уйдем в дома. Давай. Да, можем в дома сыграться. Можем просто их обойти. Если сейчас дома следим кто-нибудь. Ну, можем запушить. С ямочки можем работать. У меня скоро, блин, под кулдаунится. Я смогу тяпнуться к нему. Накидываю, накидываю. Если дэмэдж какой-то дадите, скажите. Я по 28 два раза дал. Сейчас не даю пока. Ну там сейчас... больше. Там больше 80, да. Хотя бы. А, ульту зачем дала. Я сломала ее ульту. Это, короче, Black Hole он втягивает в себя. Прекрасно. Да мы какой чат вообще? Это же вся команда. Он вот там. 28 дал. Всё, можно пушить. Я угол возьму. Я вообще сбоку обойду. Дайте по ним просто, чтобы они открылись. Так, я попробую сейчас сделать кое-что, что я делал в других играх. Я могу ТП вот сюда поставить, и мы подойдем ближе. Хотите? Спасибо большое. Чат, хватит пасту спать. Я обхожу их. Я обхожу, ребят. Ну, я так. Матин лоу ХП. Ну-ка. Я не поняла, куда он исчез. Да вон он, okay. Ползает. Где-то нокнутый. Вон, нокнутый. А, ну да. Я где его тиммейт? Забрал. Он здесь один стоял. Почему так. Здесь один? А там есть патрончики от него? Очень мало патронов. Лежать бояться. Работает ОМОН. Снайперки его забрать. Ай, выпадаю. Хорошо. Отличная работа, команда. Хорошо сыграли. Молодцы. Какие гиены. Блин, нифига себе, нормально. Просто сожрали людей. Ну, вот что скажете? Первая игра и уже, типа, чемпион сразу. Это есть задатки какие-то? Как конечно, думаете? Конечно. Да, можно уже напросился на комплимент. Нормально, ну что, недельку поиграешь и все будешь выиграть. Согласен. Так, выход из матча, да, нажимаем? В смысле нубло? Ну рейтинг пока никак не сыграет, да, к сожалению. Рейтинг пока нет. До 10 уровня нужно дойти, чтобы рейтинг. А в любом случае, ну, тут разброс по рейтингу. А, да, да, мы же играем с Никой, у нас выше рейтинг. А у вас сколько здесь вообще, как здесь рейтинг измеряется, там, циферками 1, 2, 3 или звездами, я не знаю просто. Бронза, сильвер, а у вас колда, какой? Платина, даймонд, мастер, предатор. Предатор это топ 750. А у вас? Я сейчас на основном аккаунте очень мало играю, поэтому у меня на основном аккаунте даймонд, но у меня во всех сезонах мастер. В первых двух сезонах. А предатор из вас есть кто-нибудь? Кто-нибудь был в предаторе? Ну, в первых двух сезонах у меня там 200 было. О, нифига себе, это по СНГ или по миру? По миру. О! Нифига себе, это круто. Базука, а у тебя какой рейтинг? Так, ну я опять по Файндеру возьму, мне понравилось, что он летает везде.
Блин, я сейчас, по-моему, стану Apex стримером. Чисто буду в Apex рубить. Бронза? Я оформлю, бомжара, я оформлю награду скоро. Чел, я не буду читать донаты, которые вы донатите. Особенно от чела с ником говно свиное. Да не буду, я считаю. А, я полтора сезона отыграл. Слушайте, я зато могу гордиться тем, что я жил тогда, когда Apex только появился. Я помню, такой хайп жесткий был, когда он только появился. Я помню этот момент даже. Ну, даже я с первого дня начала играть с него. А я вот что-то не решился пойти в него играть, не знаю почему. Еще при Ленине жил. Так, мы сейчас также долетим. Может быть, куда-нибудь я в бой попробуем? Вообще. Давайте, давайте пофайтимся, попробуем. Давай. А что я становлюсь спускающим? Это ну, что такое? Можешь. А, все, я выпускаю, да? Погнали. Да. Так. Задерживаем дыхание. Первое сообщение от зрителя осуждаю. Все, задержал. Так, здесь оружие везде прям может валяться и на крышах тоже, да? Ну, здесь ПТА определённая. Слушай, ну я вижу уже кенты здесь приземлились. Ладно, буду работать по классике, как раньше. Меня вот, мне всегда получалось на приземлении, например, играть. Кто-то с запозданием приземляется. У меня еще брони нет. Тут еще некоторые... некоторые луды скриптованы, вот, например, вот эта броня все всегда спавнится почти. Хватит. Не надо умирать, пожалуйста. Не-не-не, нормально, все. Хорош. Господи, как легко оказалось. Блин. О нет, я между двух складов, я умираю. Я помогу тебе. Вот тут меня пушат. Живи. Так, все, здесь что готово такое? Все. А че аптечка-то не юзает? В доме еще человек. Я сейчас приду. Только мы и выживем. Спасибо. Там белая зон. Лежать. Казнь. А, кстати, казнь восстанавливать броню, да. Забыла сказать. На коште, да. Во-во-во, да чё ты? Ай! Так. Мост был один. Так, я... него. Как бы мне помочь-то вам бы? Короче, я побежала на этого чела. А я знаю, что я сейчас делаю. У меня... Тебе нужно подойти к моему гробику и забрать баннер. Вот, видишь, 30. Я одного убила, это что я сделаем. Они меня пушат. Они тебя пушат? Я сейчас сбоку подойду, у меня патронов не так много. Это я тут просто. Они также наверху там? Я... Не вот здесь вот, по-моему. А, нет, на мне, у меня двое. Тихо, чего? Ну, ладно. Здесь, ну, у меня оружие говно это было. Это разные склады были. У меня оружие фигня. Слышите, у меня ни патронов, ничего, тяжело было. Это на старте всегда так, то есть, если ты высаживаешься куда-то, где много... Ну, это рулеточка, да. Бот, помогай мне, челы пишут. Да какой бот, помогай, я ничего не мог сделать, я пытался. Сори. My bad. Из дробаша вдаль стреляешь. У меня 4 патрона было, что я могу сделать? Ладно, сейчас попробуем. Ну, в принципе, не, можно меситься, кстати, довольно легко. Давайте в динамику попробуем еще раз прыгнуть, если отлетим, то уже тогда... В принципе, нормально. Набор открой. Кейсы сейчас откроем. А здесь кейсы можно крутить? Да, они тут... Ну, короче, у тебя каждый уровень дается по ящику. Оплатные есть кейсы? Можно сдонатить, да. И, типа, ну, крутить не, там? Ну, не все... Они все... Ну, есть, короче, донатные кейсы, которые, из которых 100% лего падает, но они не всегда в магазине есть.
А есть, ну, есть кейсы, в которых ты не знаешь, что выпадет, но типа они донатные. Но может выпасть и норм, а может фигня. Ну, вот, все кейсы такие. О, я сейчас попробую. Скажите мне, какие кейсы после этой игры. Хочу попробовать. Ну, любые кейсы. Из любого кейса может любого... ну, просто любой скин упасть. А может нож упасть просто. А я могу свой скин кому-то отправить? Нет. Нет? Здесь нет торговой площадки. Например, мне Лего выпадет, и, ну, я не знаю, я же не буду часто, например, в Apex играть. Ну, и я бы подарил вам бы ее, например. Так нельзя, да, сделать? Нельзя. Да. Так. Но есть такое, что люди на первых уровнях достают какие-то леги. Но сейчас... Ребята, не мешайте, я на опыте. Купить, там, не знаю, топор или нож для персонажа. Да. Так, куда бывает, прыгаем? Что тебе можешь повезти? Я думаю, ты тоже пойдем сейчас просто. Ну, все. Вот. Умный боец приземлился бы там. Можешь слез? На ход зону уху? А, после этой катки сделаю, о, да. Давай. А, сейчас. Сейчас сделаем, Миш. Сейчас сделаем все. Сейчас сделаем. Так, все, я следую за вами. А, у меня все нормально с ботом. Бот работает. Бот работает, все хорошо. Посмотри в чате. Ребят, пройдите, пожалуйста, по ссылочке... где написано прокачай игру в Apex Legend уникальным ингейм контентом от Black Monster. Так, а у нас никого нет, да, получается здесь? У нас справа. Слушайте, да, смотрите, объясните мне, здесь есть большие ящики, коробки, да, есть просто где на, пол, на скатерти лежит что-то. В ящиках это лучше всегда, да, дроп? Ну, в ящиках у тебя гарантированный дроп, на полу не гарантированный. А, понял. А лук норм? У меня лук. Ну, обычно ты просто пробегаешь, все, типа, и лутаешь, чтобы попало. Я попробую лук взять. Да. Ну, типа, он по 60 дамажит. Это тяжелее, конечно, но если попадешь, то будет круто. Он хорошо дамажит, да? Да. Ну, как? Ну, это мое оружие. Хорошо. У него баллистика сложная, довольно. Сейчас, пару выстрелов и пойму. Проще просто зажимать с какого-нибудь такого... Чел, есть здесь? Оружие, где много, да? Патронов. А чел есть, смотрит, стоят на вышке. Дим, блин, тебе бы синий забрать. А, топает. А он снизу вообще. Я не вижу чел. Меня стреляют. Я им скину сейчас это. Где он есть? Я в аккаунте. Я под огнем. Враг на меня ищет. Он вот здесь. Нарезал. Я в на меня нокнул. Гнила Октана нокнул. Вот здесь оба стоят. Еще лайфлайн здесь стоит. Он бежит к тебе. И один прыгает наверх. Хорошо. Ну как хорошо. Он убежит во второй этаж, забежал в дверь. Осколочная пошла. Жестко сюда. Че ты стоишь? А что я могу сделать? А нет, еще свапы броню сразу. Поднимите меня, пожалуйста, да, ладно? Да. Я тут лежу. А, вон, сейчас вон, чел, 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 вижу чела, вот. Вон, метку дал. Вот там вот. Я сейчас резну на тебя. Давай я спрячу сюда. Подходи сюда. Я тебя подлатаю. Нет. Ты не подходит. Настолько жалок. Вставай. Бегу сквозь пустоту. Он здесь. А, хорошо. Я как на это? Лечусь. Хилься, хилься, хилься. А, забываю, забываю. Я думаю, что всегда здоровый. А, ну, как он здесь? А что он делает? Я вам, ну, это я вам показал. Стрим-снайпер, да? Мне кажется. Да, походу, стрим-снайпер. Да я хилюсь, пацаны. Зачем? Сейчас.
Да, стрел снайпер. Да? Да. Без оружия. Сейчас я... Да... Можно я с лука его убью? Убивай. Подкрепление, да, пришло. А, вот это уже враги, блядь, которые стреляют. Где они? Враги внизу. Дим, ты можешь синий забрать. Я тут с лука так сейчас нацелен ему дать. Нормально. Здесь половый броник тоже. Они внизу где-то, да? Они где-то... Я не знаю, где. А что здесь забрать нужно? А, ну мне здесь топают. Это здесь лестница. У меня где-то здесь. Здесь топ пройдет, а? На мне. А, он сверху. Он крат. Ну, хп. Забрал. На один, что ли? Сверху. Так, ну ты. Скай прыгает. Он внизу. Еще один человек. Давай, 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 давай. Где ты? Враг в нокауте. Он тут, Дима, давай, давай. Ой-ой-ой, сори. Да. Хорошо. Да я с луком своим брошу. Хорошо. 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 Блин, у меня ресурсов ноль вообще, не даже хилить не хочу. Пишут, не бери лук мне. Не поднимайте, за что? Его? Почему не поднимать? Ладно, я все нормально сейчас делаю. Я не буду. Хорошо, я не буду луком играть. Чат. Ремонтируй себя. Без ретрона это уже обычно в два раза больше, чем мои тиммейты. Ну, 203... Слушайте, ну 230 урона это норм. Фурия, Кита, сколько у тебя урона? 60. О, Майвуда у тебя? 414. Угу. Ладно, буду догонять, пытаться что делать. Мне надо подзарядить щиты. Выкинь ненужное говно с инвентаря. Все нужно пока, тем более я не знаю, что вообще где. Ладно, возьму вот этот пулемет вместо лука, окей. Или это дробовик? Это дробовик. Дробаш норм тем. Короче, таскай себе примерно 12 маленьких банок, хотя бы парочку больших, пару медкитов, 4 шприца, ну и все остальное патроны на забивай. Слушай, я пока беру все, что блестит. Пока все, что блестит, берем. Вот что это за оружие? Ну это какой-то фигня какая-то. Лучше... А, пока не одинаковый. Это дробовик, да? Да. А, ну дробаши я люблю, ладно. Все. Вот он стреляет вправо. Гоу пофайтимся. Пойдем заберем. Пойдем. У меня сейчас оружие уже норм. Не попасться бы новому лидеру по убийствам. О! Бросаю крюк. О, нифига себе, я раскачку сделал сейчас. Так, а где челы? Не вижу никого. Они где-то, короче, за скалой у нас вот здесь вот стоят. Или дальше вообще. Здесь вот походу. О, тут так стрейфить можно, нифига. Здесь еще от стены прыгать можно. Офигеть. Сделай фов больше. Сейчас, подождите секунду, ребят, надо разобраться чуть. Лайт прыжок, и ты быстрее двигаешься. Если что. О. Слайдишь и сразу прыгаешь. Я покатился. Наверх. Плюх. Это недалеко, кстати, стреляют. Да я прошел обучение уже. Так, ладно. Блин, я еще ни одной снайперки не увидел, кстати. А тут точно они есть? Подстрейф здесь не умею делать. Типа в подстрейфе ничего сложного нету.
А, да, если еще при беге убрать оружие, то ты будешь быстрее двигаться, а люди улетают тут какие-то. А убирать оружие это как? Ну только. Го, я с ними. Ну го за файтинг челов, да. Он обратно летит, он обратно прилетел. А я за ним. Го-го-го, выносим чела. Сейчас полетит я его в небе. Пятнадцать дал. А, тут еще баллистика есть какая-то, да? Этот крат. Одно хп. Тут за камнем прям. Это ног не пролетает. Где он? Ой-ой, живи. Я в спину захожу. Я помогу. Не надо. Где он? О, тут золотой кар есть. А где они? Вот там. А это ты или... Это ты лечишься, да? Я челов не вижу. У нас еще склад. Да. Так. Я покажу на пушке по обстрелу. А, они на дереве. Да, здесь вот. Они на дереве. Слушай, а кольцо-то сужается. Ой-ой-ой-ой-ой. А что делать? Вот сюда, вот сюда. Первая зона не сильно бьет, так что не бойся. Просто полетели. Так. Ну, начало бежать. Мы их обгоним. А где они, где они? Я не вижу пока. Здесь он бежит. Ну, вот сейчас он просто пытается. Так, у меня прыжок еще. И, ну, топ страйф. Сейчас бежит дом. Как он тут? Перезаряжаюсь. Так, у меня пока по патрону. Ну, патроны хотя нормально. Она под домом бежит. А мы кого? Чела, я не пойму. Перед мной чел бежит. Она пушка хочет, походу. Так, зона. А где? А, ну я вижу зону. А, он здесь на мне. Так, бегу. А, он на пушку, да, заскочил? Говорит, не, он не добежал, он не добежал. А, вы забрали? Да, у меня. Вроде жесткий чел какой-то. Если это тот Брит Мария. Так, все, я в зоне. Почти. Тут предатор. Все, хорошо. Ой, там еще гоу сразу выносить. Пу. Я вообще всегда бегу просто. На первый выстрел всегда просто вперед. Так, ладно, сейчас возьмем вперед. Второе оружие. У меня вольт. Не знаю, ну вольт мне не нравится, как стреляет, но, возможно, будет норм. Воу-воу-воу, тихо, братишка. Так, я хилюсь. Здесь фиолетовые пловы. И тут пулемет есть. Я хилюсь. Может, пулемет взять, да, я пулемет сейчас возьму. У меня хил идет, процесс хила. Так, броню. Чего три прицела? А где пулемет? В какой? Слева, справа? Вот здесь. О! Он вообще же... Ух ты, ё-моё. Так это поди, я сейчас расковыряю челов. Сразу. У него еще автоматическая перезаряд. Ну, то есть, короче, если ты его уберешь за спину, выстрелишь все пули, уберешь за спину, у тебя перезарядится сам магазин. О, это мне нравится. Но он через пару секунд перезарядится, не сразу. Ну, let's go, повоюем. Этот пернул, а вон улетит. А здесь ты чё? А мне с... Да. Это тоже улетает. Он крак. Я за ним, я просто тэпаюсь, чё. А того нокнули чела, нет? Пытаемся. Нокнул.
Думаю. Живем? Живем. Чинюсь. А тут еще одна банка. Господи, сколько здесь бангалоров? Так. У меня брони нету, жалко. Тебе нечего хилить? Иди сюда. Сюда. А ты, мы всех убрали здесь, нет? Воу! Не, возьми броню! Сейчас. Тут сложная ситуация. Меня сняли. Тут тяжело было, девчонки. Здесь ничего не смог сделать. Чат пишет, что я тупой. Не-не. Ты же первый раз играешь, чё? Бля, там забейте там. Блин, не зашел. Нормально. Надо забрать хотя бы тебя. Так, а. Забрала Дима. Все хорошо. Могу с ним. Он крапочный. Сейчас. Ну я сейчас умру. Так, сейчас. Я не успею отхилиться. Да. Так, вот все. Ох, НТ. Зона. Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть, я считаю. Ну, блин, на самом деле, пулемет имба, но я слишком открыт был. Но я стрелял неплохо. А, это стрим-снайпер. Он стреляет по твоему ящику зачем-то. Убили ботов. Каких ботов? Это челы играют. Против же нас челы играют? Да. Нет ботов. Вообще нету ботов. Или все же боты? Так. Ну, можно дубов ботами назвать, в принципе. Короче, сейчас я... Давайте я, ребят, покажу механику, как работает вся история с этой коллабой Апекса и Монстра. Так, сейчас, секунду. Модеры, проспамьте, пожалуйста, ссылочку. Вот, вижу ссылку, все. Сейчас. Смотрите. Вы заходите на сайт, который в чат-боте есть, также под стримом. Регистрируйтесь там. Я уже создал свой аккаунт. Так, единственное, сейчас проверю, чтобы у меня никакие... Да, номеров нету. Вот. Все, я создал свой аккаунт. Красиво. Короче, здесь есть такой пункт «Активируй свой код с ключа банки». Обращаю внимание, что этот код можно активировать, найти вот под этой штучкой, под крышечкой. Сейчас я его введу. Секунду. Конечно, не очень удобно мне смотреть так. Сейчас. Показываю вам, как это делается. Все видно? А, где моя вебка? Все, вебка есть. Вводим код с баночки для того, чтобы получать всякие плюшки от совместной коллабы Apex и Monster. Смотрите, одна банка награда — это мульти-тир бейдж, 5 банок, соответственно, это один battle pass level и так далее. Вы можете заранее на сайте посмотреть, сколько банок нужно для какой награды, да? Например, 20 банок — это легендарный скин, получается, рарный, да? Abstract Splash. Вот. Так, заходим, вводим, показываю, как это работает. Только параллельно со мной не водите, пожалуйста, а то вы можете быстрее нажать Enter. Так, сюда. Я не робот. Все, поехали. Невозможно обработать. Код уже активирован. Угу. Так. Кто это сделал? Признавайтесь. Заскамили уже. Уже. Не, если я только ввел, да? Не, все. Так, чат! Миша, а как мне показать? Мне только если скрывать экран, у меня быстрее вводят, чем... Хорошо. Профессионалы в чате. У меня еще есть код. Страшно. Не страшно. Я могу еще один код ввести. Так, скам прошел. Сейчас. Так, вот. У меня еще один код есть, и я его ввожу. Показываю, как это работает механика. Памс. Знаете, что я сделаю, чат? Я вот так вот сделаю на какое-то время. Так будет лучше. О, все. Так.
Ай-яй-яй. Оп. Все, смотрите. Вводите, и вам... у вас возникает такая табличка. Код использован. Поздравляем, ты только что получил 1 балл. Потрать его на эксклюзивный контент. Отлично. Вот, напоминаю еще раз. Промокоды вот в таких вот баночках, на которых сзади написано вот Apex Legend, банка Black Monster. Есть белая банка, есть черная банка. Соответственно, промокод сзади ключа. Вот, и у нас, допустим, 1 мульти-бейдж есть. Вот, коды для повышения уровня боевого пропуска. Коды на предметы. Разблокировано. Все, я его разблокировал. Внутриигровой код для... Так, девчонки, подскажите, где его ввести в самой игре? В магазине. Так, магазин, открываешь магазин. Так. И потом... Вторая вкладка, да. И слева снизу там... Вторая рекомендуемая. Рекомендую. Активируйте код. Сейчас надо быстрее сделать. Все, я успел. Отличная работа. Плюс код. Да нет, нет. Все, нормально, вот. Соответственно, активируйте код, выполнено. Ну и, соответственно, ребят, от того, сколько кодов вы активируете, будет понятно, какую награду вы можете получить, за сколько баллов, да? Это такие дела. Миш, скажи, пожалуйста, забыл ли я что-то сказать? Если ничего не забыл сказать, то мы можем еще дальше сыграть каточку. Кейсы? А, девчонки, где кейсы? В лобби. Да, там, где мы стоим, справа у тебя Apex паки. А, еще, кстати. Если те, которые тебе уже выдали. Сейчас, так, еще раз. Вот я в магазине, правильно же? Магазин, да? Нет, не в магазине, просто нужно играть. Играть. И у тебя где вот мы втроем вот стоим. Набор Apex. Набор Apex, справа, вот это. Справа посередине у тебя, да. А, и вот это наборы. Но это обычный набор, я правильно понимаю? Это не легендарный даже, да? Нет, из них ты тоже можешь, по-моему, получить легендарный. Ну, редко. Да, из них, да. Может, повезти, может, не повезти. Розыгрыш в инсте нет, он в конце стрима будет. Так. О! Фиолетовая. Ух, ё-моё. Ну, меня прям игра заставляет. И вот их можно купить. Вот это, да, набор Абекса. Apex. Да, можно купить. Там сейчас акция, типа, идет в магазине. Вроде 100 ящиков сразу можно купить, да. 100 ящиков? Ух. Да, я можно бы... купить 100 и 50 ящиков. Я бы... Сейчас я хочу... Скрою на секунду экран, ребят, экран. Потому что... Сейчас, секунду. Я просто не знаю, он тут... купить монеты. А, мне недоступны монеты. А чтобы купить монеты... А, мне ничего не доступно. Мне ни одна монета не доступна почему-то. Должно быть доступно. А ты через Steam или через Origin? Через Steam. А у тебя оверлей Steam'а включен? Оверлей Steam'а? Ну, знаете, ну, оверлей Steam это то, что Shift-Tab называется, вот это? Да. Ну да, включен. Ну, туда, типа, ты просто нажимаешь купить, и она должна у тебя выводиться, короче. Короче, ну, монеты не в стиме покупаются. Игру на английский поставить из-за этого через параметры запуска? А, ну тогда ладно, если игру на английский ставить, тогда... Тогда не будем, потому что это, мне кажется, надо перезаходить и так далее. Ладно, погнали, еще каточку сыграем. Кстати, мне нравится динамика, прикольно, мы выигрываем практически всех. Один раз, правда, выиграли пока что, но все равно нормально. Так, сейчас я на секунду замьючусь. Ребят, давайте в двух словах еще вот про вот эту акцию, что в этом году Monster Energy глобально стал официальным партнером игры Apex Legends. Ранее Monster уже делал коллаборации с такими играми, как Battlefield, Assassin's Creed, Halo. Или Halo, как правильно, точно не знаю. А также является спонсором множества киберспортивных турниров, команд, таких как Na'Vi, Evil Genesis и других. Суть промо проста. В любых магазинах вы можете найти черные и белые промо-банки. Еще раз показываю, как они выглядят. Вот так вот. Черные и белые промо-банки. С изображением Рейс или Октана. Вот. С изображением Рейс или Октана. Под их ключами вы найдете код, который дает доступ к уникальному внутриигровому контенту. Такие дела. Так, все, я с вами здесь. Я стримлю уже 13,5 часов почти. О боже, серьезно?
Да. Нормально так, нормально. Нормально. Да, Миш, я понял, хорошо. Подожди, ты когда я просто это самое. Нет, тут было. Все, хорошо. Это получается в три утра ты начала. Короче, поняли, ребят, да? Две банки. Black. Ой, да, Black Monster. Вот. Черные и белые. Это важно. Летим. Так. Octane герой называется, даже ТЗ не можешь. Чел, я не знаю, как правильно герои пока называть, потому что я в эту игру играю первый раз, это нормально. Точнее, произношение. Тем более, у меня английский хромает, все об этом знают. А вы говорите по-английски? Да. Приземляемся там. Свободно? Ну, не разговор. Знаешь, у меня проблема в том, что я там, ну, английский понимаю и могу говорить на нем, но у меня дикция такая-то, что мне на русском-то непонятно. Вот я тоже, кстати, понимаю все, но сказать мне тяжело. И у меня, кстати, тоже произношение такое себе. А это просто недостаток практики. А ты прям практикуешься, да, по-английски? Вот, говоришь свободно. Последнее время нет. А так у меня был период, когда я играла с... Слушай, я какое-то имбалансное место для приземления взял. Не знаю, здесь прям вообще жесть. Меня какой-то чел с Ромой... С фоткой Ромы Макритского прицует. У меня чел с лицом Ромы Макритского прессует. Что за бред? На нас нападает еще один отряд. Да, господи, отвалите! Это поезд с кулаками бегут? Да блин! Здесь, а? А, это не... Ты... А вы живы? Да. Ну, буду смотреть пока за вами. Я не понимаю, это лайфлайн бывает? Стрим снайп? Это же краб. Да не похоже. Это тебе красный? Новый лидер по убийствам. Серьезно, я хотел. Это такой склад. Так, а вы сможете, да, меня поднять? Да, сейчас мы вышли. О, нет. Она крак. Я пока дверь тут держу. Да. Два своего. Сюда. Убивайте этих стрим-снайперов. Там рифа, блин, стрим-снайпер лысый убежал. Макрица руинит. Прости. Чел, спасибо за 20. Верно. Так. А что ты кидаешь? Это что такое? Это, ну, я их типа привязываю, если не пойдут сюда. Он на мне двое. Попробую уйти. Одного. Тут нет выхода. Так, второго. Нет, вообще это две девушки вроде. Ой, чел. Ты вобал, блин. Сюда. Иди сюда. Куда идешь? А ну вернись. А ну вернись, ты куда? Вроде потому, что мне чел сомнения какие-то говорит, что... Нет, вроде две девушки. Я лидер по убийствам. Надеюсь, ты последний. Манша, есть вебка не нужна? Не, Макси Дер. Так, а мы Диму не забрали, нужно, да? Нет. Хорошо. Да, все, я готов восстанавливаться. Здесь чего еще подлутать? Эти патроны, которых у меня нету. О, что тут есть? Так, пойдем Диму резать. А тут отдельные места где-то, да, для реса? А тут рес, да. Там уже ресают. Внимание, да, по максидиру. Нет, у меня просто, ну, у меня так, свободный нету. Я могу попросить, по идее, Самой. Чтобы прислали. Но, типа, у меня нету свободной веб сейчас. Ненужный. Ненужный нету точно. Могу? У меня есть, могу дать погонять. У тебя реально есть вебка нормальная? Ну, нормальная. 920-я. Ну, да, слушай, да. Я бы на твоем месте Максидиру ее не давал, потому что он может не вернуть просто. А, да? Да. Он.
Это мой модер. Дима не рекомендует. На подходе. Мне код пришел. Офигеть, а как ты в бок полетела? Обстрелом. Ну, нифига, я так не умею. Да какую вебку включит? Кто, ребята? Никакой вебка, только моя. Ну какие вебки? Вебки зайдете к девчонкам на стримы. А вы часто стримите? Ну, я каждый день, да. Вот. Я стараюсь как минимум каждый день. Пацаны, проспамьте каналы девчонок. Вот заходите к ним и увидите все. Вам лишь бы вебку. Ну, а ты что, вебку выключил? Не, я нет. Они просят ваши. Не, ну это удобно, конечно, когда смотришь любимого стримера и всех остальных тоже видишь. Ну да, ну типа, я уж не стал наглеть просить вебки еще. Вот. Twitch Фурики, да, и еще, и вот, и Оли Вуду, все, всех проспамили. Ну только, за что вы баните чела, который ссылки спамит? Наказан. Дима такой чисто забайтил. Скиньте ссылки, а кто скинул, тех забанил. Так, не пиарим никого в чате. Да. За пиар-бан. Плохо. Вот, все. У тебя нет уже мобильного? Пиша здесь, ресурс. А, вот здесь можно, все, отлично. А оружия у меня не будет, да? Я буду голенький, грубо говоря. Да. Ладно. Там три ящика вроде есть. Разлетать можно. Попробуем. Райза завтра посмотрим, пацаны. Давайте завтра посмотрим Райза. Всем привет, чат, всем привет. Кто от Димы? А ты стримишь сейчас? Угу. Да? О, пацаны, залетите в чатик. Накидайте сердечек. Завтра хоррор, да, будет если хоррор. Если бы это были сердечки. Ну, блин, ну, сори, здесь я не контролирую вопрос, к сожалению. Все. Но пацаны все добрые и классные. Этого достаточно. Опа. О, там внизу должны быть бины, Димка. Ну, здесь есть, но здесь все открыто, но я какую-то взял, какую-то ерунду. Спасибо за сердечки, чё. Что ты взял? О, я с брелком взял, с какой-то лисицей, не знаю, кто это, мыши, рокеры с Марса. Какой-то тут. А, и у меня перки не работают, а все работает. И у меня 0 патронов. А, и я еще и не в зоне, я понял. Драка сейчас идет, я пойду кого-нибудь убью, можешь солдать. Просто здесь она. Что делать-то, ё-моё. Ой. Дима там один загулял где-то. Да я иду, тут ситуация сложная была. Сейчас. Он там да, чего? Да, я рядом, начало? я рядом. Ты идешь прям начало? Все, я вылетел. Здесь. О, мне в глаза что-то пшикнуло здесь, ловушка какая-то. Ай! Это что такое? Тут очень много складов. Ладно, берем. Слушай, ну я буду крысить. Да. О, не получилось. Но, а как он не умер? Но. Меня чел... Ой, мне все, мне хана. Я сгорю, походу, фаер. Мне хана. Как я его не убил? Заберите, он косанный должен быть. Хорошо, да. Хорошо. Это разные команды. Да, там 6 человек. Фурикит, ну вся надежда на тебя. Блин. Кто такой Максидир? Это модер. Так, ребят, что, после этой катки розыгрыш делаем в инсте? Ух, ё-моё. Тут без шансов, они ну, тут, да, тут без шансов. Но это стрим-снайперы, возможно. Yeah. Может такое быть? Просто мясо пробежали. Здесь корпусный щит. Четвертого уровня. Ну да, там несколько складов было просто. И мы как раз зашли, когда они дружили.
Так, слушайте, пойду я, наверное, розыгрыш делать. Инстаграмный. Все, спасибо большое. Классно поиграли. Научился играть. Можно сказать, научился играть. Вот. Все, если что, на связи будем. Может, как-нибудь еще и где-нибудь да и поиграем во что-то. Все. Давайте, пока-пока. Давайте. Я туда пойду аккаунт делать. Какой аккаунт? Ну. Ты занимаешься всякими? Ждаю. Ждаю. Все, хорошо, давайте, пока. Я такая, жизнь такая. Пойду делать аккаунт. Осуждаю делать аккаунт. Так, ребят, ну что, сейчас наконец-то наступает момент розыгрыша. Того, чего все очень долго ждали. Сейчас покажу, чего. Бум. Ты угадай. Ой, осуждаю, донаты выключены. Все, донаты выключил.